Уже после совещания сотрудники МЧС приступили к тренировкам. Так, условное происшествие произошло неподалеку от железнодорожного вокзала Махачкалы, где, по легенде, учения опрокинулся вагон. На место прибыли экстренные службы, но специалисты начали аварийно-спасательные работы. Был развернут передвижной пункт управления, укомплектованный современными средствами связи и передачи информации. Во время тренировки также было отработано межведомственное взаимодействие. Все службы города показали готовность и слаженность действий. Еще раз напомню, Дагестан в эти дни принимает участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.